первый проект, как по моему мнению, от сильной команды, почему вот типа не первые запроски от Microsoft, а Midas, которые сделали свою валюту за ночь, да? Не, вы крипто, безопасное криптование вы делали. Тоже изменили, да? Все, Андрей. Мы не меняли, отдавай Microsoft, и все не так будет. Microsoft. Микрофон. В общем, из меня ужасный публичный спикер, поэтому я постараюсь покороче. Давай я сам. Вот. Мы делаем Capital Learning System на блокчейне. Да, кстати, всех поздравляю с Bitcoin Pizza Day, благодаря которому мы... Да. Благодаря которому мы тут собрались. Вот. Peer-to-peer система кредитования на блокчейне. Денег кто-то брал долг вообще в жизни? Да. Отдавал? Вот. Мы собираемся это сделать глобально, безопасно, быстро. Ну и это должно работать примерно вот так. Я хочу взять денег. Захожу на страничку, регистрируюсь через Facebook, ввожу свой e-mail. Сообщаю, сколько я хочу и в какой момент денег взять. Когда я их верну, мне сразу же считают. Да, и сразу же говорю, сколько я должен вернуть, и отправляется заявка на утверждение тем, кто готов давать деньги в долг. С их стороны это выглядит примерно следующим образом. Если я лендер, я точно так же могу одной кнопкой дать деньги в долг. Очень похожая форма. И когда ко мне... Я, например, готов дать один биткоин долг, ко мне приходят заявки, я смотрю, что вот профиль Джон Смит, почему-то девочка, она хочет отправиться в Канаду, ей нужно 100 биткоинов на 2 дня, обещает 10%, мне это не нравится. Отказать. Питер Нортон хочет инвестировать в вечную жизнь, 3 месяца, ну, допустим. Вот, если я хочу более точно управлять тем, сколько я готов давать под свои и под какие условия, тем, кто торгует на бирже, ордер будет знаком. То же самое, только для кредитов, кредитной стороны и долговой. Так, сейчас постараюсь. Кошмар. В общем, последним это пилили, биткоин тоже принимается. В первую очередь. Давай демонстрацию. В общем, я все пропущу, что у нас на слайдах. Скажу только одну цифру. По оценке Lending Park, который я делал IPO за прошлым годом, по-моему, размер рынка 3,2 триллиона долларов. Мне понравился питч MySQL, который они давали своим инвесторам давно еще в 90-х. Я у них украл идею. Через 10 лет мы убьем 99% этого рынка, и 99% остатка будет наш. Уложился? Да, если как раз вычесть вот ровно одну минуту, за которую ты дал долг 100 биткоинов, 90. Это самый быстрый займ на этом хакатоне. Это вообще, наверное, самый быстрый займ, который я видел. Поэтому вопрос. Кто хочет занять 100 биткоинов? Я. А я 200. Честно, ответ будет тут. Система управления репутацией есть какая-то?
для заемщиков, для... Да, конечно. Я прекрасно понимаю, что центральным элементом любой системы микрокредитования и кредитования есть система оценки рисков. Поэтому мы, во-первых, будем ограничивать жестко риски каждого лендера, не позволяя ему давать больше, чем, скажем, 10% своего депозита в долг отдельному. И мы будем строить скоринговую модель как по фактическим транзакциям, которые проведены через систему, так и по всем внешним источникам, которые мы можем подключиться. Например, по соцсетям. Пару слов о команде можете сказать? Команда. Я даже слайд сейчас его найду. Вот. Я организовал и владею, управляю распределенной командой 42 чашки кофе. Вон разработчики сидят. Мы работаем больше 8 лет, порядка 30 человек, сделали много проектов, стартапов и здесь, и для американского и европейского рынка, и peer-to-peer проектами, криптовалютами, блокчейн занимаемся с начала 2013 года. А когда обычным пользователям можно будет долго брать на вашей платформе? Хороший вопрос. Через 99 роки. Давайте сейчас организуем. Через месяц. Выводить первую. Ну, у меня была цель максимум провести первую транзакцию здесь. Мы можем это сделать. А давайте. Выводи пока QR-код. Сейчас попробуем, правильно? Вы хотите взять или дать? У меня кошелек нужен, биткоин уже, да? У меня пусто. Да, нужен биткоин кошелек. Не сделан, не открыт. Тогда вообще не сделан. Какую-то проблему решим, делайте транзакцию. Так, подождите, давайте согласно купленным билетам. Кто будет брать, кто давать, да? Не, сейчас пока выводи QR-код, вопрос. Не, не вопрос, да. Да. А, ну, где вау? Где что? Где вау-эффект? А, вау-эффект? Не, извини, это совсем скучный бизнес, он просто приносит деньги. Не, он не приносит деньги. Ну, вообще-то это всегда предоверенно, когда на примеры посмотреть. И, ну, что так, вот, вы сидели там два дня, что делали, да? Ну, то есть, это... Была ли цель сделать что-то, ну, зачем там блокчейн, например, зачем децентрализация? Если и так, это просто приносит деньги в централизации без блокчейна. Это блокчейн и децентрализация нужно, потому что в большинстве мест эта деятельность регулируется. А регулируется она, я не буду останавливаться на благих целях, для которых это заявлена регуляция, но отрицательный эффект от любой регуляции – это увеличенные косты. Правда же? Как это нет? Для того, чтобы соответствовать регуляциям, тебе нужно сделать процедуру, тебе нужно провести аудит, тебе нужно застраховаться. Это косты, которые ты перекладываешь на клиента. Правда? Нет, это косты, которыми я экономлю деньги для клиента. Давай, Андрей, жди. А так, это спорный момент. Technical thesis. Насколько я понимаю, это, ну... Ты говоришь, что на этом зарабатывают банковские системы, ты говоришь, что не зарабатывают. На этом зарабатывают. Я же говорю, что сетка пошла людей, которые понимают это. Я просто скажу, то, что этот проект должен показать, что техническими средствами мы можем уменьшить риск лендера до приемлемых значений, не привлекая регуляторов. Отлично. Еще вопросы, потому что нерегулируемая система, это когда к бабе Тане пошел на второй этаж, говоришь, дай 10 рублей, она дала. Нерегулируемая система. Нерегулируемая, когда ее внук придет и... Да. Яким чином конкретно в умовах України ви це виводите з кола функціональної компетенції фінансового регулювання, фінансових регуляторів наших вітчизняних? Окей, з точки зору моя позиція полягає в тому, що з технічної сторони ця система є просто дошкою оголошень між людьми, які готові дати в борг і які хочуть взяти в борг. Це не регулюється. Той продукт, який ми робимо, це програмне забезпечення, це протокол обміну. А software is a speech. Ні, але тут же регулятор дивитиметься на грошові потоки ваші з
за рахунок чого... А, вибачте, точно, я забув згадати важливий ключовий момент. Ми в жоден момент часу жодним чином, жодним сервером, жодним бітом не будемо торкати з грошей клієнта. А у вас вони звідси? До кишені, не з кишені. Тут нету денег, вони між собою розподіляють средства. Це як на... На чому ми заробляємо, так? Все, все, понятно. Технічний момент, чесно. Є сайти, які зараз можуть зайти, подивитись, хто продає долар, хто покупає, всі знають. Справа у тому, що крім чистолюбства і творчої потреби дати людству платформу, вони ж... Процент комісії. Ні. Ти ж показував процент комісії. Ні. Последний вопрос от меня, завершаем дискуссию. Где деньги? Где деньги? Ну, деньги и так есть, нормально. Понятно. Спасибо. Пояснять надо? Нет. Демонстрация. Готов? У нас есть? Ну, все, фильм закончился. Судьи принимают решение. Посмотрим. Это, я так понимаю, единственный такой действующий прототип, который успели сделать за одну ночь и два дня. Поэтому...